Всем привет! Разберем лайф Чунгука. Чунгук в лайфе, в прекрасном настроении, позитив. Самое главное, он по всем соскучился. Его ключевая фраза. Разбираем лайф Чунгука. Я думаю, что я еще сниму по поводу этого. Еще одно будет видео, потому что много вопросов разных. А сейчас, на что стоит обратить внимание, это на время проведения лайфа. Почему именно это время? Хотя Чунгук может в любое время выйти, но особенно ему нравится ночь, конечно. Недаром он сделал акцент на том, что на него пожаловались соседи, возможно, за громкую музыку и так далее. Это у него, походу, традиция такая. Но у меня все-таки вопрос. Почему именно это время лайфа? Карта вышла... Тотальность называется здесь. Карта общения, проведения. Но в этой карте, знаете, есть такая привязанность к чему-то. Есть такое. Вот, например, вы оказываете кому-то услуги и не желаете это делать. Но все равно приходится делать, потому что конкуренция. Ну и по этой карте выйти вперед, что-то доказать, что-то донести. Ну, в общем, в таком ключе. Карта здесь исцеление и печаль. Вот как хотите, так и трактуйте эти карты. Вот этот лайф, исцеление и печаль вышли карты, видите? Эта карта может говорить о разговоре, высказаться. Но по этой карте, вот смотрите, две карты говорят о том, что это вынужденный какой-то лайф. Ну, в общем, карты сами за себя говорят. Ответ на вопрос, почему именно это время. Карта взаимодействия очень многих людей. Я смею предположить, что для него было важно охватить какой-то круг людей, очень важных, скажем. Для него, в принципе, так карты говорят. Многие, конечно, интересуются, были ли какие-то знаки, ну, например, намеки, подтверждения, например, тыкуков, да, было что-то от Чунгука по поводу этого. Я вам скажу, вот эта карта, с одной стороны, она может говорить, что нет. Да, хотелось бы ему что-то в сторону Тэхёна сказать, но эта карта может говорить о внутреннем, что он держит в себе какую-то информацию и не может с нею поделиться, потому что карта такая вышла. Вот, да, не хватает храбрости, смотрите, замороженность и храбрость. Открыто что-то поведать вот по поводу взаимоотношений с Тэхёном. Карта очень тесно связана с тайнами какими-то, а также карта скрытости и карта взаимоотношений. Вот в некоторых колодах эта карта не один человек, с несколькими. Карта очень связана с внутренним состоянием человека. Так был ли Тэхён на трансляции? Карта сказала, что нет. Ну, я еще достану карту. Уже смотрите, еще четверка вышла. То есть... Говорит, что не было его. Не смотрел он трансляцию. Хорошо. Посмотрит ли трансляцию Тэхён? Ну да, конечно, посмотрит. И карта стресс называется здесь. Но на самом деле борьба и это... Посмотрит, да. Потом вот карта говорит, посмотрит. Попозже, возможно, вот эта карта говорит. Но посмотрит. Очень хорошая карта. Она говорит о каком-то движении. Задала четко вопрос, посмотрит или нет. И карта вышла, да, это реальных действий. Посмотрит, в общем, эту трансляцию. Знаете, такое было... Он прям четко... Это такое что-то чувственное. Такое грудное, прям внутреннее. Выброс звука имени Т. Он увидел, что в комментариях скажет. Хотела спросить от самого, ранее вопрос хотела задать от самого Тэхёна, но так как мы видим, что он не присутствовал на трансляции, или, возможно, они, знаете, восхищались, и он не смог сдержать своих эмоций. Я вот спрошу, что это было? Он произносил имя Т? Карта участия, да. Вот. Иерофант вышел, и туз жезлов, да, конечно. Вот эти две карты, это огромнейшие, вот смотри, я сказала такое грудное, внутреннее, это чувственное, это то, что у него внутри. И такой выброс был имени Т, участие, вот карта вышла, да.
Он что-то увидел в комментах, возможно, восхищались Стихионом, да, что он там в Париже и так далее, что он красавец, ну и тому подобное. И, в общем, он не смог сдержать своих эмоций. Ответ на ваш вопрос. Здесь, конечно, Чунгук восхищался песней Чимина. Восхищался, я вам скажу, посмотрев на его эмоции, это вот, знаете, такое, как восхищается братом, его достижениями и так далее. Его выражение чувств по поводу песни. Я хочу спросить, это его компания принудила к этому? Ну, понятно, что у него были истинные чувства, когда он говорил о Чимине. Но все-таки у него было же запланировано высказывание, ну, или разговор о Чимине и так далее. Ну, карта, в принципе, говорит «да», вот эта карта может говорить. Да, вот очень менее о его достижениях, с достижениями очень тесно связана карта. Карта тесно связана с мыслительным процессом, и если, например, вам дали какое-то задание вот по этой карте что-то, да, сделать, что, например, что-то высказать или продумать, как это сделать, или еще чего-то, карта может говорить, что как это сделать, как произнести, ну и так далее. Для него это было важно. Ну, по поводу Хасока здесь, ну, что, в принципе, сказать? Ну, общаются они, конечно. Но я хочу спросить, есть ли у них какие-то совместные планы на ближайшее время с Хасоком, потому что Хасок вот с кем мы знаем, да? А вообще, Хасок, это мы видим, карта вышла, цепляние за прошлое. Я же задала вопрос, встретятся ли они, возможно, ну, совместные планы какие-то, встречи и так далее. Карта говорит, да, возможно, потому что здесь персонаж стоит на картинке и смотрит вдаль, возможно, вот куда-то пойти вместе, скажем. Но это вот человек, мы видим, с прошлого. Можно вот они посетят какое-то мероприятие, карта вышла творчество, и эта карта солнышко очень хорошая карта. Это прям, знаете, вот как он для него семья, для Чунгука, Хасок, это вот реально карты вышли семьи, вот эти две карты, карта семьи. То есть они явно по этой карте куда-то, возможно, отправятся, что-то посетят. Вот у меня сразу интуитивно пришло какой-то, возможно, ну, знаете, я не знаю, что это может быть. Может быть, город какой-то развлечений там. Ну, не знаю, что там может быть. Вот как пошли на ярмарку, скажем, как раньше было. Ну, в общем, так. Чунгук на парижский выброс Дженни и Т. Что он об этом думает, да, о тех видео, фотографии, что это творчество, да, кто-то намалевал это все. Смотрите, специально взяла с названиями карты, да, чтобы вы тоже видели. Восприимчивость и мы – это мир, да, вот этот выброс, я сказала, информации, прям четко выброс информации. Всего лишь творчество, в общем, все, больше спрашивать-то нечего. Чунгук на информацию в социуме Т и Багома. Смотрите, появилась информация, что Т и Багом там полураздеты за столиком. Возможно, они там завтракали, обедали или просто за чашечкой кофе и так далее. Это действительно правдивая информация? Да. Они, возможно, вот приключения. Смотрите, карты общались, да? Общались Тэхён и Багом, да, и кто-то выложил в сеть информацию, но фотографии есть у этого. Он вроде бы говорит, что я фотографировал. Да, снимки есть, будут они появиться в соцсети, нет. Но то, что он, они были за столиком, да, возможно, там общались и так далее, это да. Так, как Чунгук относится к этой информации? Карта вышла колесница. Вот. По этой карте, знаете, агрессивно. В этой карте есть агрессивность. Эти карты говорят о собственности. Вот эта карта, это пентакли карты. Материальные такие, ресурсные, это мое, да? Вот как? Осознает, что нормально.
посидели там. Ну, в этой карте есть, знаете, колесница же мчится на всех парах, и возничий там не смотрит по сторонам. Его важная там цель — достигнуть чего-то, достигнуть своей цели. И по этой карте, да, присутствует, есть агрессия. Настроен он, конечно, агрессивно. Ну, политика своего рода, в смысле политика. Ну, общаются и так далее, в общем. Так, спрошу, на самом деле лайф Чунгука, что это вообще? Потому что очень много прислали компания. Ну, например, сказала ему там выйти в лайф, поговорить о Чимине, как бы поддержать, возможно, его как-то. Посоки он упомянул. В общем, что это? Лично Чунгук вышел? Или все-таки компания его заставила? Так, терпение и компания, да, это либо сам он, либо компания. Вот я задала вопрос, да, я могу так это понимать. И две карты: сам или все-таки компания. Мы можем сказать, что это все-таки старший аркан, а это у нас персонаж. И я хочу сказать, да, здесь влияние компании. Карта — это вообще энергетика, ресурс. Компания сказала, да, давай выходи. Возможно, ему даже сценарий там написали, в общем, о чем говорить и что делать. Так, будет ли в ответ Тэхён что-то, какие-то намеки, что он посмотрел этот лайв Чунгука или еще чего-то, да, будет от Тэ какая-то движуха, скажем. Да, колесо фортуны, смотрите. Я просто в шоке. Ребят, такие же карты вышли, как и у Чунгука. В общем, я их оставляю здесь, как хотите. Такие карты шикарные, смотрите. Конечно, будет от него что-то. Кстати, ему очень понравилось Тэхёну вообще все, как происходило. Он доволен, скажем, что у Чунгука все хорошо и так далее. И он не грустит, так весел. А теперь такой важный вопрос. Кто-то был с модератором, контролировал комменты. Вот важный вопрос был. Вырезали ли комментарии и так далее? Да, конечно. Смотрите, карта вышла. Да. Вот сама трансляция. Эта карта очень тесно связана с трансляцией. И вырезали, да, вот именно тайно. Какой-то человек, который следил за комментариями и вырезал, да, мы видим, боролся, так сказать, с поступающей информацией, удалял, оставлял то, что для них было важно. Была ли фильтрация комментариев? Ответ – да. Чунгук в лайфе, кей-поп-медиа, как ему нравится вещать. Он даже упомянул, что хотел бы, вот ему нравится, как ютуберы там рассказывают о еде. Если вы смотрите внимательно мои расклады о многом, о чем он рассказывал в этом лайфе, я в картах озвучивала. И так вот, как ему нравится, видите, мы говорим... Вот кто-то писал там, Чунгуку не нравится выходить куда-то на трансляции, в лайв. Он сказал, что ему это очень нравится, общаться. Медийность его, она, конечно, ему мешает. В плане того, что вы же видели реакцию какую фанатов на его лайв и на его трансляции. Пишут же не только хорошее, а и плохое. По поводу ТикТока я хочу спросить, потому что написали, есть ли у него аккаунт в ТикТоке. Чунгука, если на самом деле он сказал, что у меня нет аккаунта, и он пользуется там через какой-то аккаунт. Но я у Картаро хочу спросить, есть ли у него аккаунт. Есть, конечно, смотрите, карта. Аккаунт у него есть. Тем более, такие карты вышли. Есть у него аккаунт. Конечно, он не скажет вам об этом. Возможно, даже он и выкладывает какие-то там коротенькие шорты. Ну, давайте спросим, да, выкладывает ли он какие-то коротенькие шорты. Да, конечно, ребята, так что, в общем, наверное, сейчас все потоком хлынули в ТикТок. Пусть увидят там Чунгука, да. Ну, смотрите, та же карта вышла, да, дружелюбие. Конечно, он занимается ТикТоком. Так, ну и по традиции спрошу на их пару. Так, Тэ скучает по Гуку.
Карта, смотрите, она здесь называется лень. Возможно, ты вот такой, смотрите, расслабленный, сейчас на отдыхе там. Вот смотрите, прям какая карта интересная. Слабился, в общем. Но я спросила, скучает или нет. И карта вышла, девятка чаш. Это карта чувств, любви. Да, конечно. Да, очень скучает, в общем. Карта называется «Молния возможностей». Ну, это карта воссоединений. Так что скоро услышим, вот, воссоединяться. Так, Гук скучает по Т? Наш пивун. Смотрите, девятка вышла. Я прям очень счастлива за них. Две девятки вышло. Ребята, они любят друг друга. И тем более это вышли карты огонь и вода. В общем, постоянно на них так выходит, да? Вот. Конечно, ребята. Это карта официальности. Официально. А это у нас туз чаш, карта любви. Официально пара, ребят. Такие карты шикарные. Боже, какие карты им вышли. Такие карты. И как можно сомневаться еще в этой паре? Я вообще не представляю. Чудесный расклад. Понравилось? Ставьте лайки. Кто желает, подписывайтесь. И всем пока-пока.